Спонсор выпуска Backly.ru. Сервис, позволяющий возвращать деньги с ваших покупок. Верните с AliExpress 2%. Регистрируйтесь. Ребята, всем привет. Вот такой вот немаленький коробочек передо мной. Здесь лежит проектор за $170. Вот. Модель вы увидели в названии, потому что здесь нигде толком не написано. На сайте там S60 или S6. 4000 люмен, разрешение 800 на 600. Вот такой вот проектор. А, S60, да. Вот такой вот проектор. Давайте посмотрим. Если получится, покажу вам картинку. Не знаю еще сам. Так, что у нас в комплектации есть? Ящик большой. Есть пульт управления. Но уже проектор приличный. Не из дешевых. Ну, как бы из дешевых, но уже по размерам побольше. Не такой, как у меня был в обзорах. За $50. Кабель идет к подключению к компьютеру и самому проектору. Так, идет 3D очки. А что, он 3D поддерживает еще, скорее всего? Если идут 3D, наверное, поддерживает еще и 3D. Вторые очки. Кабель HDMI. Тюльпан 1, питание, еще очки, третьи, фонарик, не знаю, откуда это фонарик здесь лежит, обычный фонарик, зачем он, не знаю, может, кто-то забыл. Так, и собственно все, дальше уже сам проектор. Сейчас мы коробку уберем и сам проектор посмотрим. Так. Мякушки. Не, он огромный. Это вам не дешевый, действительно. Который у меня был вообще размерами. Ух. Мощь. Такое интересно прям подключить сейчас. Сейчас, если получится. Вот это да. Вот такой вот проектор. Неплохо за эти деньги. Не знаю, как будет с картинкой, конечно. Но выглядит он внушительно. Размеры, конечно, вообще. Включение, выключение. Здесь, смотрите, сколько всего. Что у нас можно подкинуть. Один USB, второй USB. Подключение монитора на компьютеру. Здесь что-то у нас настраивается, еще крутится. ТВ подключается, HDMI 1, HDMI 2, наушники подключаются. И, короче, здесь все есть. Так, ножки у нас регулируются. Да, регулируются ножки. Вот. Ну, собственно, давайте, наверное, я попробую его подключить, чтобы показать вам, как это тело работает. Ребят, подсоединил я проектор. Вот так это все выглядит. Вообще здесь просто как можно было подключил, чтобы хотя бы увидеть картинку примерно на стене, потому что шнуры никуда не достают. Вот, что я вам скажу. Картинка приличная вообще. Я не ожидал, я думал, будет похуже. Сейчас запустил свой ролик через YouTube. Здесь VPN можно. Короче, через VPN YouTube запустил, но оно нифига что-то не грузится. Вот, а так, в принципе, где беспроводная мышка? Где она? Вот, есть беспроводная мышка. Сейчас, вот, в принципе, вот картинка, вот такая вот. Вот планшет я делал обзор. В принципе, вообще нормально. Я вам скажу, за $160 я ожидал похуже. Здесь можно регулировать все. Вот, видите, все регулируется, еще увеличивается. Ну, вот так вот вообще картинка. Вообще нормал. Вот смотрите, я сейчас приближу. Вот, абсолютно все читается. Поэтому за $170 нормальный. Гудит только, есть звук, конечно. Но это все решается. Вы знаете, какие вентиляторы стоят китайские. Вот некоторые разбирают, просто ставят другие вентиляторы, вообще тихие.
А так мне нравится, честно. Нормальное разрешение, нормальная картинка, в принципе, пойдет. На это все. Всем пока.